Аномально жаркое лето заставило россиян с опаской ожидать зимних сюрпризов. В прошлом году морозы доходили до минус 30, и синоптики уже несколько раз меняли прогнозы. 12 ноября по Казани прошла метель, и с тех пор городские пейзажи обрели белые оттенки. С первым обильным снегом появляется и новогоднее настроение. Хочется наконец достать лыжи, ледянки и устроить бой снежками. Пока погода стабильна, небольшой минус и редкие кратковременные осадки. А вот когда ожидать первых сугробов, расскажет эксперт Казанского университета. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о том, как же у нас будет ситуация с осадками, важно отметить, что этот месяц вообще достаточно контрастный. Мы вообще в целом за 9 месяцев этого года не добрали по осадкам около 120 миллиметров, что достаточно много, что составляет более 20% от нормы. Температурный фон прогнозируется в пределах нормы, за исключением декабря. Декабрь прогнозируется все-таки ниже нормы. Напомню, что норма декабря в Казани – это минус 8,5 градусов. Какая погода будет на этих выходных и ощутят ли ее на себе метеозависимые люди? К выходным на нашу территорию придет циклон и принесет с собой все те прелести, которые присущи циклонической погоде. А это осадки, это облачность сплошная и это повышение температуры. Кроме того, с приходом циклона на нашу территорию понизится атмосферное давление. Как известно, резкие перепады атмосферного давления негативно сказываются на самочувствии метеозависимых людей. Если в ноябре уже было таких три резких относительно изменений давления, то вот к воскресенью у нас давление, с субботы на воскресенье давление изменится на 15 миллиметров ртутного столба. И, как известно, метеозависимые люди начинают ощущать на себе перепады уже в 5-6 миллиметров ртутного столба. Температура ночью будет по-прежнему отрицательной, а вот днем она приблизится к нулевой отметке, отмечает Тимур Аухадеев. Снег на дорогах будет подтаивать, а это значит, что пора перебрать гардероб и подготовить к выходу нескользящую обувь. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз.